новостройку. Тогда окрестили народной. Чтобы к Новому году предоставить больше 300 путевок юным сочинцам, администрация города работала на пределе возможностей. Академию детства построили за 7 месяцев. И вот год спустя у дошкольного учреждения не только современный дизайн, но и дружный профессиональный педагогический коллектив. Свой первый день рождения детский сад встречает самых близких друзей – сотрудников Управления образования и науки, заведующих других дошкольных учреждений и меценатов, благодаря которым Академия детства воспитывает больше 300 талантливых юных сочинцев. Здесь профессиональные педагоги обучают детей разным предметам, наукам и спорту. Это кафедра и воспитания олимпийских талантов, это и кафедра изобразительного искусства, это кафедра изящных искусств. А по сути, дошкольное детство – это игра. Большая, красивая, добрая, веселая игра. Успехи и достижения воспитанников Академии были представлены в тематическом интерактивном квесте, который сопровождался новым мировым интернет-флешмобом «Манекен Челлендж». Юные академики показали также свои актерские таланты, читали стихи и спели на латинском языке. День рождения по традиции звучат слова пожеланий и благодарности. Успехов, процветания и роста Академии детства пожелали все гости праздника. Главное слово от Управления образования. Слова благодарности в адрес, хоть и повторяюсь, администрации Краснодарского края. Не забываем, что из 220 миллионов 95% это были деньги края. Спасибо. Действительно, спасибо огромное. А слова благодарности администрации города и лично Анатолию Николаевичу Пахомову, который был здесь, начиная от генерального подрядчика на всех должностях абсолютно, да, и заканчивая вот просто последним маляром, прорабом, так, я не знаю, он делал все. Вот и в свидетельстве о рождении детского сада город Сочи значится отцом, и внимание каждому дошкольному учреждению курорта уделяется ежедневно. Завершился праздник по-народному – чаепитием, тортом, угощениями и сюрпризами. А у города в этом году новый подарок сочинцам – детский сад в ЛОО на 210 мест. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.